Самарская полиция на хорошем счету. Гарнизон по многим показателям занимает высокие места в российском рейтинге Министерства внутренних дел. Однако есть вопросы рабочего порядка, которые нужно спокойно решать. В том числе надо подтянуть дисциплину. Об этом начальник областного главка полиции Игорь Иванов рассказал на встрече с общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Сейчас режим несения службы действительно меняется. И вот моя задача немножко встряхнуть. В хорошем смысле личный состав в плане дисциплины и нормальной готовности, в хорошем смысле полицейских, чтобы элементарные вещи, когда вот вы работали, помните, да, в режиме ЧС, чего, подъем по тревоге, то есть элементарная дисциплина, определенный набор при задержании, четко, жестко работа по перехвату, а не вальяжно. Напомним, генерал-лейтенант Игорь Иванов возглавил самарскую полицию в октябре этого года. До того занимал аналогичный пост в Кемеровской области. Глава ведомства ранее встретился с самарскими журналистами и рассказал, что будет делать ставку на открытое общение. Активу ветеранского движения МВД Игорь Иванов пообещал все возникающие вопросы решать сообща. Понимая, в какой регион я приехал, непростой регион, со своими традициями, со своим очень богатым историческим прошлым, в том числе это касается и полицейской ситуации, милицейской ситуации. Я с уважением отношусь к традициям. Еще раз говорю, понимаю, что такое 99-й год, февраль для самарской полиции, для всех жителей. Посмотрим еще раз ситуацию по детям, по родственникам погибших, места захоронения. Все, которые традиции вызывают уважение, они будут продолжены, даже не сомневайтесь. Конечно, мы посмотрим, в каких условиях находятся ветераны, по территориям, где можно помочь ветеранским организациям. Ветераны обратились к начальнику областного главка полиции с инициативой о проведении совместной работы по профилактике кибермошенничества среди населения. Игорь Иванов заверил, что будет обязательно реагировать на все возникающие вопросы. В завершении встречи председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов вручил Игорю Иванову в подарок книги об истории Самарской области. Светлана Кудрявцева, «События».